Всем доброе утро и хорошее настроение на целый день. Всем. Наш завтрак – омлет. Как я его готовлю, все знают. Кто не знает, говорю, 3 яйца взбиваем, подсаливаем и добавляем стакан молока. И на паровую баню. Дальше у нас остался небольшой кусочек от праздника колбаски сыровяленой. Думаю, надо ее доесть с утра пораньше. По кусочку хлеба. И вон там стоит бутылочка кунжутного масла. По чайной ложечке перед завтраком. И запьем стаканчиком воды. Такой у нас сегодня вкусный, приятный, красивый завтрак. Конечно же, с него будет прекрасное настроение. Про зелень. Всем доброе утро. А зелень – это отдельная история. Вчера Санечек мой был на даче и говорит, позвонил мне, говорит, сельдерей нужен. Говорит, конечно. Мы же зелень любим, нарвал петрушечки и сельдерея. Смотрите, какой красивый, зелененький, вкусный. Вот по пару веточек как раз к омлетику и пойдет нам зеленушечка, правда? Правда, да. Санечек устал вчера мой, да? Напахался. Утром встал, как из мясорубки. Ну, так все, всегда. Все перекручено. Кашу, конца и края нет в этой траве. Ну, ничего. Вчера пришла соседка. Нина, Витя, вам привет. Да. Так что нам было не скучно. Так что все хорошо. Еще раз всем приятного аппетита и приятного просмотра. Потихонечку буду вот такие вставочки делать, что я готовлю. Всем привет, всем добрый день. Снова на даче. Конечно же, пока один. Сажаемся потихоньку, наводим порядок. Что у нас цветет, что у нас растет. Ну, что выросло, то и растет. Чесночка немножко, лук, который выращивался в прошлом году, в конце года я его и посадил. Одно название, да, некогда не полоть ничего, чеснока того, в принципе, нам оно сейчас как-то, ну, кое-куда можно добавить, там, в какой салатик этот чеснок, мы уже так не едим его. Так, как ели раньше, так назовем. Ни мы, ни мама. Вот цветочки подцветут. Покашу здесь все. Вот так вот. Вдоль дорожки. Чем занимался? Когда-то у нас здесь рос желтый куст, который цветет по весне. Я забыл, как называется. Бог с ним. Здесь у нас рос лимонник. Были кое-когда ягодки, но так особо что-то он тут не прижился. Сегодня вот поломал этот куст. Повыдергивал камни отсюда, отвез камни, где все камни у нас живут, удалил куст, знаете чего, вот этой вот японской айвы. Таня когда-то посадила, ну, так ей захотелось, сделала доброе дело, а потом расхлебывать все это мне косить, она колючая, вот это вот, этот плод так называемый, вот уже небольшие айвишки. Мы показывали, они такие, как лимончики напоминают. А вот уже покрупнее какие, смотрите. Как лимончики. Ну, по осени их можно перерабатывать. Они вот такие вот вырастают. Можно делать там какой-то джем, варенье. Ну, очень такой твердый плод. Можно сказать, даже как каменный. Вот как айва, которая растет на дереве. Недаром она и называется айва. Одним словом, куст, посаженный Татьяной, удалил.
скорее всего, уничтожу я и вот эту вот посадку. Это еще мама сажала с папой. Тоже это никому не надо. Мы это не едим в связи с повышенной кислотностью. Сегодня полол голубику. Покосил, пополол. Здесь еще вот докашивать надо. Много везде, где надо докашивать. Много. И за забором, везде. Посыпал опилками. Так вот. Вот так. Что еще рассказать вам? Здесь порядок я наводил в прошлый раз. Я уже не снимал. Не снимал. Просто косил тупо. Потому что мне было не до этого. Я встал, как всегда, спешил на автобус. Сосед, он забор строит. Прорыл канаву, накидал железяк, всяких арматуры. Будет делать забор. Пусть делает. Калину в том году я, как можно сказать, окультурил, лишнее обрезал, очень много обрезал, наверное, 2/3 то, что росло, хватит и вот этой вот, хватит того, что осталось. Так, что еще посмотрим с вами? Что еще? Это вот черешня лежит, вымокла. Здесь вот росла. Вымокла, пропала. Черешня пропала. Абрикос надо удалять. Пропал от воды и вымок. Персик пропал. А вот калина. Декоративная бульдонеш. Я рассказывал в одном из видео. Смотрите, как она распустилась. Шикарное, конечно, растение. Цветки просто прелесть. Много маленьких цветочков. И образуют шар, соцветие. Белоснежный шар. Его облюбовали жуки, пауки. Им тоже нравится. Так. Ну ладно. Трется об забор немножко. Как есть, так и есть. Вот какой у нас кустик. Видите? Все ждали, когда же он выживет, не выживет. Красивый, конечно. Шапочки белоснежные. Переплелось. Что посмотрим? Посмотрим груши соседские. Соседские груши. Ну, у нас тоже есть завязи. Вот это вот комета. Это комета, знаете что, смесь сливы, сливы, короче, еще чем-то, не буду я голову дурить себе. Вот такие сегодня новости, такие дела. Планирую после обеда покосить за забором. Конечно же, весь этот процесс показывать я не буду, да, он никому не нужен. Но так, трудовые будни на даче. Вспомнил, комета, это гибрид сливы и алычи. Вот такой вот плодик. Так вот, ну, алычи тоже много.
не так, как бывает, все усыпано, все, но предостаточно, я считаю. Так. Ну что, скоро будем обедать, а потом снова в бой, снова косить и по графику что-то делать, что-то все время надо делать. Всем добрый день. Вышли погулять на очередную прогулку. У котов ужин. Это близко. А соседские, гляньте, смотрят как. Котеныш соседский. Какую ему там сделали подставочку, лежаночку. Ой, какой симпатичненький котик. Хорошенький. Позирует, увидел, что его снимают, заинтересовался, что ж они там едят, эти коты.